Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, канале, на котором всегда есть что посмотреть по танкам. В день выходит по несколько видео, я высветляю все игровые события, делаю зацен всей техники, которая есть в игре, ну и обязательно вместе с вами тестирую рулетки и открываю контейнер. Короче говоря, показываю все, что есть в игре, таким, какой оно есть на самом деле. И Максим, кстати, спасибо тебе большое за присланное видео, прислал очередной видос. И Макс, я не могу публиковать полностью все видео поголовно и публикую только те видосы, которые действительно производят впечатление. А здесь действительно, ребят, впечатлений просто масса. Целых 40 мистических контейнеров, из которых 35 контейнеров первого уровня и 5 контов второго. Что с этого всего получилось, что Максим забрал из этой кучи контов, сейчас вместе с вами посмотрим, ну а потом я в конце подведу итоги, но и обязательно выскажу свое личное мнение. Контейнеров 40, не 10, не 15 и даже не 20, а 40 штук, 4 десятка, 4 раза по 10 штук. Я не знаю, какими еще словами можно описать или передать весь неимоверный ужас того, что реально с Максимом произошло. Потому что достать из 40 контейнеров только на последнем мистический сертификат, из которого достать себе премиумную шестерку, но это прям совсем безбожно. Я не знаю, за что игра над Максимом так поиздевалась, и я не знаю, в каких чувствах Максим отправлял мне данное видео, но в любом случае спасибо тебе большое, потому что твое видео показывает обратную сторону медали, которую очень редко найдешь на других YouTube каналах. Ну а в частности, по поводу того, что не всегда из контейнеров можно забрать себе очень много всякого рода вкусняшек, ну и соответственно окупиться. Ребят, открывайте контейнеры, помня об этом, ну и лучше покупайте танки непосредственно в самом магазине. Я побежал снимать следующее абсолютно честное видео специально для вас, а вам, друзья мои, если вы за честность, рекомендую подписаться на этот канал, потому что на этом канале вам уж точно никто никогда ничего плохого не посоветует. Не то чтобы я был хейтером, но тогда, когда действительно есть что сказать, я рот на замке не держу. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.